мысли о новых шмотках. Да, как правильно засырать штаны. Так что ты говорил о том, что нельзя акцентировать внимание вот именно на новых вещах? Да. Почему? Потому что когда мы делаем акцент, то начинается, как бы, когда мы говорим, например, о новые штаны не запачкай, то, как назло, всегда запачкай. То есть ты хочешь сказать, что когда тебе покупают новые штаны и просят тебя, Кирилла, будь осторожен, не запачкайся. Да, ну всегда, да. Ты обязательно запачкаешься? Ну, да. Потому что мы делаем на этом акцент. Дело в том, что если на этом акцент никогда не делать, то всегда в вещах будут растянутые колени, всегда шмотки будут грязные. Не, ну так. То есть ты хочешь сказать, что лучше об этом не говорить, да? Нет, я говорю, не надо на этом акцентировать. Внимание. Да. Обращать внимание. Акцент. Да, на самом деле в жизни есть намного важнее вещи, чем просто шмотки. Поэтому не надо сильно плавиться. Шмотки можно купить новые. Можно, допустим, купить джинсы, да, или там какие-то крутые, да? Да. Офигенные. И в первый раз же их порвать. В первый день их, короче, одеть, выйти таким, идешь такой, вот короче, ты крутой такой весь. Заходишь там, все на тебя смотрят, у тебя, о, у тебя такие крутые штаны там. А потом взять их и порвать. Потому что вы делаете потом на этом акцент. Да, тупо, короче, взять их чем-то засрать, короче, какой-то фигней. Дай мне твои картошечки чуть-чуть. Надо. Ты мою сожрал? Сейчас мою сожрал. Кирилл сожрал мою картошечку, теперь я берусь за его. Конечно, в кавычках. Взял мою картошечку, украл у меня, и сейчас ее ем. Это вообще какой-то трэш. Реальный трэш. Мы обычно, когда приходим в кинотеатр, я ненавижу рекламу, реально ненавижу. Вообще просто терпеть ее ненавижу. А тут ты покупаешь в кино билет. Где? Я еще заставляю смотреть рекламу галимую. Какие там Мерседесы. Ну хорошо, если про Мерседесы или что-нибудь такое познавательное. А так обычно такое говно какое-то, какие-то говняные, короче, фильм. Украинские политические фильмы браслетики рекламируют, какие-то браслетики конченые там рекламируют. Золото, драгоценность, какие-то материальные ценности, знаете, которые вообще мы в жизни вообще не должны на них обращать внимание, да. Вот. Короче, кинотеатр большой. Кинотеатр очень прикольный, очень классный. Я не знаю, какой у нас там зал, мы сфотографируем билетики, покажем, да. Тут зал по цветам. Да, тут не по номерам, а по цветам. Фиолетовый, желтый, да, голубой, красный, розовый. Нет, голубой зал. Голубой зал. Голубой. Ладно, хватит снимать, это уже. Да. Это уже голова крутая. Ну, башка уже. Сколько времени? Пройти, окей, мы идем. Чао, рагаццо! Давай еще. Еще. Не работает? А ну попробуй сюда. Ну попробуй сюда. Да? А оно работает вот эта штука? Работает это, вот когда люди, если сюда захотят пройти, оно срабатывает? Только снимать нельзя в метро. Почему? Я ж туда снимаю. Нельзя снимать. Ни одной таблички нет. В правилах написано,
Прочитайте, пожалуйста, правильно. Да, хорошо, да? Мы больше не будем снимать. Все, погнали. А, вот вишня, во-первых.